Одесский горзелентрест будет бороться с амброзией по-новому. В качестве эксперимента коммунальщики решили использовать спецпрепарат «Бишофит». Это концентрат на основании одноименного минерала. Амброзию опрыскивают и дают время препарату проникнуть глубоко в сорняки. Когда происходит обработка, оно моментально начинает поглощать, и через там, 3-4 дня препарат доходит до корней. Препарат работает на основе бишофита, это безопасный препарат. Тестовую партию препарата закупили общественники. В случае, если эксперимент окажется удачным, бишофит могут взять на вооружение одесские коммунальщики. До сих пор они боролись с амброзией систематическим выкашиванием. И эта методика пока себя не оправдала.